Полное описание и точная дата выхода 5-й серии турецкого сериала «Птица Феникс», другое название «Изумрудный Феникс». 5-я серия сериала выйдет в эфир 22 февраля. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. В новой серии мы увидим, как с каждым днем Санье становится все ближе к Серхату. Зумруд даже не могла и подумать, с каким разочарованием ей предстоит столкнуться в скором времени. Она понимает, что может в очередной раз потерять Серхата, но совершенно не готова к этому, ведь она его совсем недавно обрела. Аббас узнает про решение о поглощении холдинга, и эта новость приводит его в ярость. Серхат начинает понимать, что Аббас затеял коварную игру, но он намерен помешать ему любыми способами. Аббас очернил своим ужасным поступком несчастную Зумруд, и теперь все окружающие люди стали обсуждать только ее. Когда Серхат и Зумруд встретились, то между ними состоялся разговор, но его никак нельзя назвать приятным. Зумруд прилагает все усилия для того, чтобы заслужить прощение от Серхата. Она надеется на то, что Серхат все же сможет простить ее и даст еще один шанс. Только Серхат и на этот раз оттолкнул от себя Зумруд, а затем напомнил ей про предательство, и этого он никогда не сможет простить. Спустя некоторое время в дом, где проживает Серхат, приехали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские взяли Серхата под стражу, и при этом никто из них не поспешил хоть что-то объяснить. Напомним, 5-я серия сериала выйдет в эфир 22 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!